Ирина Медведева и Повелос Ванагас решили отдать дань творчеству великого Фрэнка Синатры. Его до сих пор считают эталоном музыкального стиля и вкуса. Даже чужие песни он пел так, что все забывали про первых исполнителей. Так получилось и с песней «Moon River», которая была написана для Одри Хепберн и прозвучала впервые в фильме «Завтрак у Тиффани». Тебе номер нравится, мне номер нравится. Главное, мне, чтобы мне он еще понравился зрителям. Мне партнерша еще очень нравится. Плывем на лодке, смотри. Раз включаешь кнопку магнитофона, он придумал ей так признаться в любви. И потом они на воде начали танцевать. Я лодку паркую. Да, паркуй. Мы ступили на берег и стали танцевать. Венеция. Да, Венеция, давай. Наконец-то есть песня, где есть прокатать какие-то элементы, которые на большом ходу не сделаешь, на большой скорости. Первый лепесток, второй. А вот на третьем... Медведя, войдем домой. Все, ты сделала. Я, честно говоря, удивляюсь тому, что она уже выучила вот за эти уже 2 месяца, пока... Осталось только прокатать. Одно дело получается на тренировке, даже... это как у вас на Олимпиаде. 4 года готовитесь? Даже если ты не прокатаешь, даже если ты попытаешься на прокате это все исполнить, это уже будет большая победа и большой подвиг. Правда. О, какой мы замечательный партнер, вот это невозможно. Same rainbows and
huckleberry friend. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Этот этап шоу «Ледниковый период». Вместе с вами буду смотреть и я, комментатор Первого канала Владимир Гомельский. Напомню, что этап у нас драматичный. Нет никаких оценок ни у одной пары. Все с чистого листа начинается. В конце программы будут объявлены те, кто попадут в номинацию на выбывание. И первое выступление абсолютно блестящее, лиричное. Ира Медведева, Повела Сванагас вместе с Фрэнком Синатра рассказали нам про лунную речку. Очень рассказали подробно и красиво. Я надеюсь, что судьи оценят. Что там Леха говорил? Я сказал, делай. Я хочу, не тебя спрашивал. Я-то слышал только. Давай. Ирина Медведева и Повела Сванагас. Оценки за технику. 6-0, 5-9, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,96. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,96. Анна, каково твое мнение об этом танце? Я не представляю, Ира, как вы делаете то, что вы делаете. Для меня это темный лес. Но... Почему 6-0-6-0? Потому что для меня здесь абсолютно все сложилось. Это был номер, наполненный легкостью, каким-то таким абсолютным совершенством первого случайного свидания, которое не должно было закончиться. Мне так не хотелось, чтобы вы расстались в итоге, и вы не расстались, вы обернулись так резко друг к другу. Это было лучшее для меня. Спасибо вам большое. Мне очень приятно и хорошо. Спасибо. Спасибо. Вячеслав Александрович, что вы скажете? Вы, наверное, видели, да? Как Ирина впервые, мне кажется, огромное время провела вне Повелоса, вне объятий Повелоса Ванагаса. И были, конечно, легкие шероховатости. Вы именно это увидели или что-то еще было? Почему 5-9? Потому что я, Ирочка, не увидел уверенности у тебя в катании, а для дальнейшей борьбы именно вот это тебе придется... в себе воспитать. Хочешь быть чемпионкой, должна быть наглая, уверенная в себе. Так как ты вот во время поддержек с уверенностью отдаешься в руки своему партнеру, так ты должна кататься. А так, спасибо, большой удачи вам, ребят. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Я понимаю, что нужно показать технику владения коньком, но вы здесь ее показали на дуге назад наружу, которая была исполнена прекрасно. Но два раза использовать параллельное катание... Мне кажется, пока это рано, потому что это сразу не хватало музыку. Это сразу было или до, или позже, и не было наполнено. Поэтому в середине номера была дырка эмоциональная. И потом он начался обратно. Вот за это я и поставила 5-9. Хотя, конечно, рука тянется вам ставить 6-0, потому что я никогда не забываю... что Повелос мой любимый. Ириш, вопрос к тебе. Ты знаешь, я действительно тоже сегодня увидела в тебе некую неуверенность. И мне кажется, это, наверное, от того, что очень много было сольных фигурных элементов. Я не ожидала, что я их не выкатаю на программе, потому что они на тренировках все получались. И эти восьмерочки внешними такими троечками, они правда очень сложные. Я их давно начала тренировать, и Павел сказал, вот теперь есть танец, в котором ты сможешь их показать. Поэтому я немножко расстроена, что это, наверное, не неуверенность, а в какой-то момент не началось, и все оно каким-то кубарем. Я расскажу, что это. Да, Павел, я вот тоже хочу спросить, не рановато ли ты нашу девушку в свободное плавание-то отпустил? Не рановато, потому что, на самом деле, Иришка учится на каждой тренировке, учит что-то новое, и притом она любит учить то,
На что я говорю: Риш, ну это даже не пробуй, потому что это невозможно сделать там за 2 месяца, 3 месяца проект, это надо 3 года. Она говорит: ах так? И все, и пошла. И дальше я Медведева не вижу полчаса. И поэтому те элементы, которые мы вставили, она действительно на тренировке выполняла, конечно, сначала не очень хорошо, потом выполняла очень хорошо. Но есть моя версия, почему у нее сегодня не получилось, просто я знаю про ее график, в каком графике она живет. Выдержать то, что выдерживает Иришка, это просто, ну, я не знаю, как это возможно. Поэтому, Иришка, тебе большое спасибо. Ты, главное, не расстраивайся за те маленькие ошибочки. Ты большая молодец.